Недавно вы могли видеть ролики на моем канале о Наталье Филипповой, которая сделала в 49 лет отличную фитнес-форму и затем стала чемпионкой по фитнес-бикини. Многие из вас в своих письмах интересовались дальнейшей судьбой этой сильной и целеустремленной спортсменки и просто красивой женщины. И вот свершилось. 17 октября 2015 года мы вместе поехали в Польшу, где в прекрасном городе Гданьск, на берегу реки Матлавы, обрамленного чудесными высокохудожественными творениями архитекторов, в модном ночном клубе B90 прошел чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу. Выступление проходило в категории фитнес-бикини, и тут неожиданность. Наталью решили сравнить еще и с чемпионкой по атлетическому фитнесу. Вот сюрприз, но Наташа не растерялась и не ударила в грязь лицом, хотя к позированию в Athletic Fitness не готовилась. В итоге Наталья Филиппова завоевала третье место в категории модельный фитнес. И первое место в категории модельный фитнес мастерс плюс 40. Давайте же поддержим прекрасную спортсменку из Вологды, поздравив ее с очередной победой в комментариях к этому видео. И пожелаем ей новых побед. Подписывайтесь на канал, друзья, и делитесь видео. Пока.